Да ничего, не, нормально. Поселившись оказался. Несмотря на этот фол, действительно, он пробил там, естественно. Давай, задал, давай! Надо было самому пробивать. Я тебе могу сказать только одно. В начале июня, скорее всего, будет организована лига Armfight в Болгарии. Большая лига. Там будет где-то около 8 поединков. В том числе, я думаю, что тебе, я говорю ему о Болгарии. Следующий год подготовься. Паспорт должен иметь там минимум 6 месяцев. А паспорт какой? Заграничный. Ну, паспорт. Есть паспорт заграничный. Вышлем тебе приглашение, поставим. Его по-любому надо. Или будет конца мая, июня, или будет конца сентября. А один там не пересекается? Не, один будет 2 месяца. Или что, у вас будет армфайты? Армфайты. Самые сильные 8. В Болгарии. А как бы самые сильные 8 армфайты, кто с кем? Все между дружкой, что ли, или как? То вытащите жеребьевка, сделаем. И начинаете до конца. 8 человек, это сказать, потом расставляется. А какой армфайтом идем? Правильно? Правильно. Одну неделю боретесь. Не только в один день. Сегодня выиграл, идешь плюс, плюс в первый. Одни плюсы, да? Плюсы делаем. Плюс тебе плохо приедет, да? Не-не-не-не. Ты будешь сексом. Ты будешь русская звезда. Короче, нашли мальчика для битья, спасибо. Да, а ну, не да нет, шучу, шучу. Я на России так. Не, ну посмотрим. Это значит, что завтра должен попасть в тройку. Я на право не борюсь. Почему? Я на России четвертый. Так что вы можете придумать. Кто завтра? Не, не. Амаров Гаджумурат в России был второй после Цыпленкова. Хатекеев третий был. Я четвертый. Без разницы. Просто на следующий год. Ну, я был готов.